В конце мая в Москве прошли две масштабные международные встречи – 7-й съезд Ассамблеи народов России и 1-й съезд Ассамблеи народов Евразии. Ненецкий округ, который в 2016 году подписал соглашение о сотрудничестве с Ассамблеей народов России, отправил на съезд делегацию из 5 участников. И сегодня они у нас в студии. Это актуальное интервью. Я хочу представить наших гостей. Заместитель губернатора Ненецкого округа по делам ненецкого и других коренных малочисленных народов Севера Ольга Старостина. Председатель Ненецкого регионального отделения Ассамблеи народов России Светлана Миронова. Заместитель председателя Ненецкого регионального отделения Ассамблеи народов России, президент Ассоциации Ненецкого народа ЕСВ Юрий Хатанзейский. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и начнем, наверное, Ольга Валентиновна, с вас. Вы как руководитель этой делегации, какие ставили цели поездки и чего удалось достичь? Национальная политика – это очень важный государственный вопрос, которому уделяется очень большое внимание как на уровне государства, так и на региональном уровне. И то, что наша делегация приняла в таких значительных, важных мероприятиях, я считаю важным моментом не только в истории каждого из нас, который принимал участие, но и вообще в истории Ненецкого автономного округа. Мероприятия очень глобальные, важные, обсуждались, рассматривались очень интересные, актуальные темы вопросов национальной политики, межнациональных отношений, дружбы народов, культуры, язык. Наше все многообразие, которое есть не только в России, но и на евразийском пространстве. Потому что проходил 7-й съезд Ассамблеи народов России и 1-й съезд народов, Ассамблеи народов Евразии. И очень приятно, что этот 1-й съезд проходил у нас в Москве, в России, и Россия явилась активным участником создания вот именно этой ассамблеи. Действительно, сегодня расширять надо дружбу, мир не только на своей территории, в своем регионе, но и уже на всем евразийском пространстве. И действительно, мы были очень рады услышать очень актуальные, хорошие, насыщенные доклады, темы, которые волнуют сегодня и нас, и всех россиян, и в том числе те страны, которые принимали участие в этом мероприятии. Принимало 62 страны в этом мероприятии, кроме вот и в России в том числе. И самое интересное, мне очень понравилось, что порой иногда наши политики не могут найти общий язык, наши правители, а мы, вот некоммерческие организации, просто народ, мы — это народная дипломатия. Вот это тот путь, который сегодня выбрано, то направление, которое представляет Ассамблея народов России и Ассамблея народов Евразии. Светлана Михайловна, какая там была программа? Вот, говорят, очень была насыщенная, много было дискуссионных площадок. Да, очень много и очень интересные площадки, причем разнообразные. Но все, естественно, все темы крутились об одном. Все говорилось везде об одном. О добрососедстве, о дружбе между народами, о духовности, о культуре и о безопасности во всем евразийском, на всем евразийском пространстве и вообще в мире. И действительно, Ольга Валентиновна права, отрадно было вот вот это видеть. Заявлено было изначально 1500 всего делегатов, но приехало в два раза больше. То есть, что хочу сказать, что интерес у общества, у общественности на евразийском пространстве очень высок к этим темам, и с нами хотят дружить, и мы хотим со всеми дружить. Это здорово, это очень актуально в наше непростое время. А по площадкам, ну, всего не перечесть. Когда мы получили программки вот этих обоих съездов, мы просто растерялись от изобилия вот этих наших возможностей, что можно было послушать очень интересных докладчиков. Уровень очень высокий этих съездов. Мы увидели высоких гостей с разных стран, делегатов разных наших национальных, наших национальных регионов. Очень-очень было все замечательно. Мы встретили там и старых знакомых, и
познакомились с новыми. Площадок было очень много. Вот посчитать первый день, в один час проходило как минимум 10 разных круглых столов, разных площадок тематических. И было очень сложно вот выбирать, потому что, ну, естественно, мы не ходили на кинопоказ, там были специалисты, а мы ходили по другим площадкам, которые интересуют нас. В основном межконфессиональные отношения, духовные отношения, там, где лекторы говорили о культуре, о ресурсных каких-то человеческих возможностях. Все было очень интересно, все было просто замечательно. Юрий Аркадьевич, а с кем вам удалось пообщаться и какие вопросы пообсуждать? Ну, скажу так, что общаться, честно скажу, мало было времени. Почему? Потому что все сжато, все. Два таких больших мероприятия прошли всего за 2 дня. Вот. Ну, давайте вспомним историю. Это был ноябрь 2016 года, когда на форуме народов Евразии и народов России было принято решение о создании вот такого Международного союза неправительственных организаций Ассамблеи народов Евразии. То есть за такой короткий период смогли сделать такой огромный шаг. Вот. Но это шаг, на самом деле, не просто для того, чтобы собраться что-то пообсуждать. Это как раз площадка для диалога, для того, чтобы мы могли выстраивать различные отношения. Да? То есть на сегодняшний день политика нашего государства и наших зарубежных товарищей, это как раз рассмотрение и отработка внешнеполитических связей. То есть это международная политика, направленная на социально-экономическое развитие наших регионов. То есть у нас есть сырье, у нас есть определенное богатство. Вот, соответственно, те люди, которые живут за пределами нашей страны, те государства, которые этим заинтересованы, вот. Мы можем предложить одно, соответственно, они предлагают другое. Вот это вот условно такой политический бизнес, это решение вопросов довольно-таки на серьезном уровне относительно затрагивания практически всего спектра наших взаимоотношений. И вот это вот как раз площадка, которая была создана. Мне что понравилось, во-первых, мероприятие прошло в 2,5 дня. То есть на третий день мы не остались, мы уехали, потому что хватило вот этой работы относительно того, что загрузка была, конечно, полная. Это с утра до вечера, вот, без лишней воды. Это отработка по всем тематическим площадкам. Это отработка относительно выступлений. Выступления, в основном, тезисных. И понравилось то, что вот все сжато, четко, быстро и понятно. Вот. А пообщаться, ну, пообщались и с болгарами, пообщались, я не говорю уже про наши регионы, потому что мы с ними работаем, давно уже с ними знакомы, со многими, кто приехал и участвовал. Вот. И новое знакомство с Славой Михайловной, правильно сказали, что мы завели. И со старыми нашими пообщались, вот. И с Монголией мы пообщались, и с Китаем, и повторюсь, с Болгарией, значит, и практически, да, со всеми делегациями пообщались. Но, к сожалению, небольшой вопрос относительно относительно перевода, вот, то есть общий язык, да, вот, относительно перевода на русский язык и, соответственно, на их язык, значит, ну, немножко там на пальцах пообъяснялись, вот, потому что все английский тоже изучали, но надо все-таки практики побольше в этом плане. Сами понимаем, что перед тем, как участвовать в таких мероприятиях, конечно, надо немножко словарный запас пополнять. И самое главное, что мы зарядились контактами. То есть мы обменялись контактами, обменялись визитками. Вот. И на сегодняшний день те или иные вопросы уже тихонечко стараемся отрабатывать. Я очень рад, что у нас на территории создано такое общественное движение. Вот. Дело в том, что на самом деле развитие общества — это как раз-таки взаимодействие 3 его секторов. Это государственный, коммерческий, соответственно, некоммерческий. Как раз мы создаем некоммерческий сектор относительно того, чтобы взаимоотношения, взаимодействие, соответственно, и было не только внутри региона, но и, соответственно, его за его пределами. Вот и хотелось бы побольше узнать о работе отделения этой масштабной всероссийской организации. Она была открыта в начале 2017 года. Что уже удалось реализовать? Вот на что направлена ваша деятельность и работа? Ну, реализовать это, в общем-то, еще пока
сильно только сказано. У нас очень много планов, да. Мы собираемся периодически. Состав у нас совета входит порядка 10 человек в нашу ассамблею. И мы общаемся, выискиваем какие-то проблемы. Пока только их выискиваем, потому что у многих есть разные нюансы. К нам приходят и таджики, приходят к нам узбеки, приходят киргизы. Они у нас лидеры есть, которые входят в состав регионального отделения нашего. Ну и местные, те, кто у нас уже давно живут и зарегистрированы как НКО, мы продолжаем с ними работу. Хочу напомнить, что изначально эта работа велась на уровне ожерелья Арктики. Там я, в общем-то, познакомилась как раз со многими лидерами наших национальных меньшинств. Вот. И продолжаем уже вот в другом ключе. На более высший уровень мы выходим. Конечно же, большое спасибо надо сказать нашему руководству за вот тот праздник, который мы получили. Это и работа, и праздник, и удовольствие. Да, работа трудная. Действительно, было трудно с некоторыми общаться делегатами, потому что, на самом деле, Юрий Аркадьевич прав, надо лучше знать английский язык, потому что больше надо говорить именно на этом языке. Даже немцы, с которыми я была знакома и в школе, когда ты изучала немецкий язык, но мы переходили на английский. Вот, они как-то вот знают язык. И мне очень понравилось то, что вот на некоторых площадках, вот особенно на одной из площадок, вот я познакомилась с человеком из Бразилии, который живет в Германии. Он практикует здоровый образ жизни, у него своя методика. И вот будучи вот на вот этой площадке, было очень интересное общение. Он тоже так же говорит на английском и на немецком, и старались переводить. И даже переводчица молоденькая, и то она, ей было трудно вот переводить. Мы, в общем-то, как-то вот ловили его посыл и понимали друг друга. А с сербами было общаться легко. Монголы очень хорошо нашего возраста знают русский язык. Тоже было очень удобно общаться. Турки посложнее, там нужно знание английского языка. Ну, а так, в основном, мы общались практически без проблем. Вот как-то вот друг друга слышали. Для меня французский вообще, скажем так, темный лес. Но и тем не менее, и с француженками было как-то удобно, в общем-то, друг друга понять. Много было людей, очень интересные. На площадках, я имею в виду, мы тут же знакомились, тут же обменивались своими визитками, телефонами. И я думаю, что есть смысл продолжать вот эту работу, потому что они идут на контакт, им интересно. Когда они узнавали, что мы из такой дали, и даже некоторые не представляли, где это, и вот буквально на пальцах объясняешь и показываешь, где это, и они просто с восхищением смотрели на то, что вот такой дали, вот с самого крайнего, скажем, с самой крайней точки географии мы вот приехали и общаемся как вот добрые соседи, как люди, которые хотят добра друг другу и уважения, взаимопонимания. Очень интересно. Ольга Валентиновна, а вот с точки зрения национальной политики вот Ненецкого округа что-то почерпнули полезное? Вот что было интересным? Я хочу сказать, что очень приятно, что все вот инициативы общественных организаций по межнациональным вопросам, они поддерживаются сегодня государством. И хочу отметить, что вся делегация выезжала на вот эти два съезда за счет средств окружного бюджета. То есть вот это такая грамотная, хорошая политика в интересах вот такого сотрудничества. Я думаю, что она действительно будет приносить те результаты положительные, которые мы в том числе по тем вопросам, которые рассматривали на этом мероприятии.
Хочется отметить, что там не только ведь культура, там язык, да, духовные ценности, семейные ценности, да, вот при согласии, дружба. Но там рассматривались и бизнес-проекты, которые сегодня вот так между регионами, между странами можно реализовать в конкретной стране. То есть я еще раз говорю, вот это взаимодействие общества, некоммерческих организаций, государства, регионов, оно вот должно принести самое главное — улучшение качества жизни людей на территориях. Потому что у нас есть чему поучиться у всех тех стран, которые принимали участие. И я соглашусь с Юрием Аркадьевичем, что у нас есть ресурсы, у нас есть люди, которые способны тоже у себя это все реализовать. И поэтому очень было полезно с точки зрения практики, как вот это можно все применить на своей территории. И я хочу сказать, что здесь однозначно есть понимание того, что вот этому движению необходима государственная поддержка. Пусть это будет на первом этапе, и я уверена, что вот сейчас мы выработаем те мероприятия, которые необходимо будет в помощи реализации тех мероприятий, проектов, которые у нас будут осуществлять здесь, на территории региональное отделение. Потому что вот та сила, которая есть у общественных организаций, однозначно, это очень большая помощь в решении тех вопросов. Вопросы непростые, межнациональные отношения непростые, я конкретно скажу, вот столкнулась буквально в своей работе сейчас, да, что их действительно надо очень тонко, очень так, грань такая есть, да, при решении иногда порой, но их надо все равно эти вопросы решать. И вот наше региональное отделение при взаимодействии с региональной властью однозначно получит именно положительный результат, если есть те проблемные места, которые есть. Ну, естественно, проекты, которые Светлана Михайловна, Юрий Кач, они у нас очень активные общественные деятели. И я думаю, что вот еще и то региональное отделение, которое будет создано, оно действительно принесет пользу всем, причем всем пользу. Ну и, естественно, хочу сказать, что сделала вывод о том, что, возможно, и мы буквально с Игорем Викторовичем уже обсуждали этот момент, действительно, может быть, мы будем уже смотреть и принимать отдельную программу по государственной поддержке национальной политики. То есть вот выделим отдельно, чтобы это было по всем направлениям, так масштабно, хорошо, для того, чтобы действительно у нас вопросы эти продвигались, решались. Для улучшения качества, еще раз говорю, межэтнических, межнациональных, тех вопросов, которые есть, ну и в целом для региона. Я была на площадке по лучшим проектам, которые реализуются у нас с региональными отделениями Ассамблеи народов России. И я хочу сказать, что наш регион в этом направлении есть чему поучиться, но я хочу сказать, что у нас есть замечательные люди, которые продвигают все эти вопросы у нас на территории. У нас есть человеческие ресурсы, и я думаю, с нашей поддержкой, региональной поддержкой, у нас мы выйдем с этими проектами не то что на всероссийский, но и на международный, на евразийский уровень, и можем показать, что мы можем. Да, Светлана Михайловна? Обязательно. Я так зарядилась. Вот на... Какие проекты вам понравились и какие показались интересными? Вот была площадка, она называется «Копилка». Вот «Копилка» таких интересных проектов. Но на самом деле это отдельная тема. Вот невозможно вот в таком формате коротком это все рассказать. Но проектов очень много. И по языку. То есть вот и есть интересный проект, интересная площадка была. Роль русского языка вообще на евразийском пространстве. И все вот эти межнациональные, межконфессиональные взаимоотношения. Там вроде бы и названия одинаковые, а лекторы разные, и тематика расширенная. Очень интересно все. Вот, ну, невозможно вот за короткий срок вот это все сказать. Невозможно. Мне очень понравилась площадка о духовной культуре. В общем-то, это моя, наверное, тема по жизни. И мне понравилась вот на этой площадке такая отдельная тема — роль женщины в духовной культуре. Вот тоже лектор был очень интересный. Австриец, по-моему, он, Вильгельм Августин. Не запомнила точно. Но было очень интересно, вот с переводчиком очень интересно говорит. И на самом деле, вот если подумать, то на нас, на женщинах,
Очень много всего лежит. И мы и созидаем, мы и воспитываем и духовно, и культурно. И вот это очень интересная тема. Я буду ее дальше развивать и обязательно буду участвовать в проектах. Вот. Но не только это интересно. Интересного на самом деле было много. Даже не могу остановиться вот конкретно на чем-то. Мне понравились проекты «Болгар». Это интересная тоже тема. Она как бы вот перетекает от культуры в оздоровление. Да, это вот в двух словах тоже не объяснить. Очень интересная тема у французов. Они тоже посредством культуры, посредством обмена какими-то вот нашими культурами, вот они тоже пытаются общаться с нами. И открытые пути можно, допустим, показать нашу культуру, они с удовольствием бы посмотрели, потому что, допустим, некоторые уже республики наши и уже там с ними в проекте. Вот я знаю удмурты, там коми тоже есть, по крайней мере, были. Вот сейчас у них проект немножко затормозился, а мы ведь тоже можем, у нас есть что показать. У нас интересная культура, многонациональность, вот этот, скажем, коктейль. И вот это все для них интересно. Мы тоже пообщались и решили, что можно будет продолжать в этом направлении работать. Юрий Аркадьевич, а вот вы как руководитель ассоциации Ненецкого народа ИСВ, можете рассказать, над какими проектами сейчас работает ассоциация, потому что у нее было много интересных проектов, в том числе переработка оленьих шкур, которая вот очень успешно стартовала и реализуется. Вот сейчас над какими проектами работаете? В том числе молодежь. Хотел бы, наверное, добавить относительно еще 7-го съезда Ассамблеи народов России, а потом тихонечко перейду к ассоциации. Я еще работаю в администрации, мы тогда взаимодействовали с Ассамблеей народов России. Светлана Константиновна Смирнова, мы уже давно знакомы и хорошо общаемся. Она сама родом из Республики Удмуртия. Вот. И на самом деле вот, я участвовал у них в круглых столах. И сколько вопросов, сколько на самом деле вот, таких острых, серьезных проблем они сталкиваются. На самом деле очень, очень много. Страна наша многонациональная, более 193 национальностей проживает. И вот эти все миграционные процессы, они, ну, это естественный процесс, они все равно будут. Какая-то интеграция народов Евразии. И на сегодняшний день, в том числе перед нами, тоже стоят очень серьезные, большие задачи как раз в этом принять участие и суметь выстроить ту линию, которая будет в дальнейшем влиять на, в том числе, на социально-экономическое развитие нашего региона. И на сегодняшний день, когда я уже посмотрел на съезде, посмотрел, как выстроена работа, на самом деле Ассамблея народов России сделала очень большой шаг, очень серьезные принятые решения, и на сегодняшний день вот, можно на самом деле за них порадоваться, что выстроив диалоги практически на всех уровнях. Вот, и то, что они входят Совет по президенту Российской Федерации по межнациональным отношениям и структуры общественные, советы органов государственной власти, в том числе Федерального агентства по делам национальности, то, что они принимают участие в реализации национальной политики, государственной программы по национальной политике. Вот это все как бы влияет и в том числе и на нашу работу. И на сегодняшний день мы можем четко сказать, что на территории нашего округа эта работа ведется, и она будет продолжаться. И я думаю, что в ближайшее время встретимся и мы расскажем о нашей работе. Ну а по ассоциации ИСВ, значит, я могу сказать то, что ассоциация ИСВ работает, то, что мы сейчас являемся, вернее, продолжаем являться также региональным отделением Всероссийской ассоциации коренных мышц народов Северо-Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации. Вот. И на сегодняшний день один из наших больших вопросов – это, конечно же, наш родной язык, который на сегодняшний день мы потеряли очень много носителей. У нас всего
10%, десятая доля только лиц, себя относящихся к коренным народам на территории округа, владеют условно. Да, но это в основном старшее поколение, и, к сожалению, молодежь на сегодняшний день пока в этом не заинтересована. Поэтому сейчас вот точки соприкосновения ищем. С Игорем Викторовичем встречались, вот, как будто договорились, что мы будем разрабатывать отдельную программу по языку. Вот. У нас есть Ямал, у нас есть Таймыр, вот, они тоже в этом заинтересованы, поэтому мы тоже активно привлекаем. Вторая деятельность — это, конечно, наша молодежь. Молодежь, потом это одна из тоже серьезных направлений работы. К сожалению, активность не совсем высокая, и как раз сейчас мы отрабатываем вопросы по проведению здесь молодежного форума, чтобы нам каким-то образом молодежь сактивизировать и чему-либо научить. Я думаю, что, может быть, все-таки работать относительно того, чтобы работать самостоятельно. То есть это создание индивидуальных предприятий, предпринимателей, значит, да, предприятий с целью зарабатывания и отрабатывания, и думая, значит, над теми или иными вопросами. Вот, очень мне понравилось. Лидия Мартыновна Тайбырев с Красного. Вот она на сегодняшний день, она пришла, значит, вот, говорит, хотите проводить вот-вот-вот? Я говорю, да, мы хотим проводить. Вот, я, говорит, услышала, хочу, вот, пришла, значит, она как молодой предприниматель, вот, в Красном занимается декоративно-прикладным искусством, она говорит, вот я хочу, значит, тоже поучаствовать у вас в форуме. Ну, замечательно. Но вы же понимаете, что если вы кого-то научите, потом эти ребята будут вашими конкурентами. А я, говорит, не боюсь. Вот я, говорит, прошла вот этот путь, очень серьезный путь становления. Вот, и на сегодняшний день я занимаюсь тем, что мне нравится, приносит мне доход, пусть небольшой, но приносит мне доход. Я не боюсь конкуренции. Я, наоборот, буду рада, если это будет расширяться, развиваться, и в том числе с моей помощью. Вот с такими людьми, конечно, очень приятно иметь дело. Вот. Очень серьезный вопрос у нас на сегодняшний день – это наши культовые места. Поэтому сейчас мы смотрим опыт работы других регионов, и все-таки на территории нашего округа нам нужно принимать наш нормативный правоакт, именно локальный наш акт. Это будет либо закон, это либо будет постановление о создании, о придании статуса нашим культовым местам, именно территории, которые мы могли бы защищать, которые мы могли бы охранять, и которые мы могли бы на самом деле беречь. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, это у нас тоже утрачено, и, к сожалению, мы, зная о том, что есть то или иное место культовое, вот, сакральное, вот, к сожалению, мы не можем никаким образом повлиять относительно его сохранности. Ну, и вот, даже маленький пример, как создание ОПТ в прошлом году, в июне, когда узнал, что у нас здесь создается национальный парк ОПТ, значит, да, Вайгач, и тихонечко-тихонечко мы этот вопрос все-таки приостановили, хотя он уже практически был решен на федеральном уровне. На сегодняшний день это мероприятие приостановлено. А вот почему? Потому что, во-первых, не пошли согласовать, не было практически согласования с местным населением. Вот. Мы всегда говорим о том, что если мы создаем учреждение на территории нашего округа, то оно должно работать на людей, оно должно работать на территорию. Но, к сожалению, вот когда мы посмотрели проект, он не соответствовал тому. Это были вахтовые рабочие места, это практически не рассматривалось развитие территории, это не учитывались интересы местного населения, относительно даже коренного населения. А мы знаем, что остров Айгач — это сакральное место, это очень серьезное сакральное место. И когда из Таймыра позвонили, из Ямала позвонили, что такое, почему у вас такое. Вот. Ну, практически без их привлечения, но мы сами тихонечко эту пресс приостановили, и на сегодняшний день фонд дикой природы вот этот вопрос уже не муссирует. Мы сейчас с ними ВКонтакте, у нас 3 числа залетели представители ВВФ и представители нашей общественной организации на остров Айгач. Они сейчас будут там как раз отрабатывать все эти вопросы. Понятно, что надо защищать природу, надо защищать диких животных, надо это беречь, но мы не должны забывать, что у нас еще есть люди, которые проживают на этой территории. Проще всего, конечно, их переселить. Но, извините меня, смогут ли они здесь жить на большой земле, когда они всю жизнь прожили там и собираются дальше там жить? Спасибо, Юрий Аркадьевич, Ольга Валентиновна, Светлана Михайловна. Я напомню, сегодня в студии мы говорили об итогах 7-го съезда Ассамблеи народов России и 1-го съезда Ассамблеи народов Евразии. И с нами в гостях были заместитель губернатора Ненецкого округа по делам Ненецкого и других коренных малочисленных народов Севера Ольга Старостина, заместитель председателя Ненецкого регионального отделения Ассамблеи народов России и президент Ассоциации Ненецкого народа ЕСВ Юрий Хатанзейский и председатель Ненецкого регионального отделения Ассамблеи народов России Светлана Миронова. Спасибо вам большое. Это актуальное интервью. До встречи. Спасибо.